Сегодня предлагаем вам отправиться в путешествие не совсем обычное. Из Углича мы выехали по дороге на Ростов-Великий, обогнув село Ильинское, направились в сторону поселка Борисоглебский. Не доезжая границы с соседним районом, у деревни Бабаево свернули на узкую проселочную дорогу, которая утопала в зелени деревьев и кустарников, почти вплотную обступивших ее с обеих сторон. И уже по ней 2 километра пробирались до цели нашего путешествия, до села Погорелка. Уютное, просторное село, где разбросаны по пригорку с десяток крепеньких домов с резными узорами на окнах, палисадниками, утопающими в осенней цветочной желтизне. Первое впечатление, что это просто какой-то другой мир, мир, в котором остановилось время. Что нас, кроме этой природной красоты, привело сюда? Храм Рождества Христова – главная достопримечательность села. Сегодня мы увидели его без окон, без дверей, наполовину разрушенным и одиноким. Одиноким, но не забытым. О его истории, об истории села мы постараемся вам рассказать. Село Погорелка находится в 40 километрах от Углича, когда-то это была территория Ростовского княжества, затем до 1775 года Ростовского уезда. Эта деревня упомянута еще в писцовых книгах 1631 года. Здесь обозначены, она была небольшая, здесь обозначены 4 крестьянских двора, 3 бабыльских двора. Расположена она была на территории самого северного в Ростовском княжестве Порецкого стана. Ну, название он получил, наверное, потому что здесь по этой территории протекает речка Пореченка. В писцовых книгах сказано о том, что здесь, кроме крестьянских дворов, почему-то были еще 2 двора священника и диакона сельца Бабаево и погоста Бабаево. Сохранились местные предания о строительстве каменной церкви в селе. Оно начиналось 3 раза. 2 раза приготовленный материал и чуть ли не подведенный фундамент исчезали за ночь. Священнослужители и местные жители уже стали подумывать о переносе стройки в Бабаево, однако 3-я попытка оказалась успешной. В качестве сырья использовали местную глину, так появился пруд со стороны колокольни. Примерно за 5 лет, к 1811 году, церковь была построена. Церковь достаточно интересна в архитектурном отношении. Но она строилась в начале 19 столетия, эпоха классицизма, и здесь мы видим, что широко использованы хорошо использованы именно характерные для эпохи классицизма элементы классического ордера. Это колонные портики, которыми поярусно оформлены колокольни, которыми оформлены оба фасада храма, рустовка. Но вместе с тем присутствуют и несколько такие архаичные элементы. Она завершается характерным для нарышкинского барокко, для памятников начала 18 столетия, восьмериком ее храмовая часть венчается. И она имеет такой же 8-гранный барабан, на котором покоился высокая глава на, вероятно, тонкой шее с перехватом. Храм и кладбище были обнесены монументальной оградой. В ограде еще, кроме монументальных ворот запада и востока, существовала часовня. Храмы, как и люди, имеют свою судьбу. Как и люди, они рождаются, получают имя и проживают свою жизнь. Но бывает всякое. Светлые и радостные дни могут смениться тяжелыми временами. С приходом к власти большевиков в начале 20 века над всеми русскими храмами нависла угроза. Без бед и разрушений не обошлось. Рождественский храм в Погорелке был закрыт в 1932 году, но староста храма долгое время хранила ключи и не допускала никого посторонних. До 70-х годов 20 века храм пребывал в хорошем состоянии, пока не случилось нечто. На то время это уже был нонсенс. Некоторый директором совхоза Воскресенский было указано, чтобы его начали разбирать. И был провален разбит свод на трапезной, которая соединяла колокольню с храмовой частью. Мне пришлось в это время здесь побывать. Приехали сюда секретарь общества охраны памятников Ирина Михайловна Горшинская.
директор музея Екатерина Алексеевна Лапина, и я, мы, естественно, слом этой храмовой части пресекли, прекратили, сказали, чтобы рабочие отсюда ушли, но, тем не менее, вероятно, уже без крыши, вот она постепенно разрушилась. Рядом с церковью сохранилось здание церковно-приходской школы. Она была организована, по данным местных исследователей, сразу после реформы 1861 года и была устроена чаянием священника Авраамия Крылова. Погорелковская школа, скорее всего, содержалась на средства рядового прихода. В советское время школа стала называться начальной и просуществовала до 60-70-х годов прошлого века. Фаина Павловна Литова проработала учительницей, а затем и заведующей в этой школе 29 лет и помнит, как храм разрушался. Церковь была вся в целости, вся утварь была цела в церкви. Церковь еще долго стояла, а потом начали возводить эти дворы колхозные и начали ломать. И не могли сломать. Она очень крепкая. Потом приехали сельпо из Борисоглеба на машинах и начали все вытаскивать, грузить. Начали иконы таскать, кому чего нужно. Домой тащили все, да. Шкафы, был председателем Манолей, шкафы богатые. Он утащил, Бабаева перевезли. И начали разбирать, а потом уже... Говорят, крепко не берется, кирпич не поддался. Кирпич не поддался, потому что строили храм с молитвой и любовью, на радость и утешение в нелегкой земной жизни. Выстоял он благодаря заступничеству небесных покровителей. Возродить храм глубинки – дело непростое, но есть добрые люди, активные подвижники. Совсем недавно в село переехала семья Карповых – Владимир и Любовь. Они москвичи, но давно душой прикипели к здешним местам. Мы купили дом в деревне, в соседней, в Барушке. И там где-то 25 лет жили. Потом деревня сгорела, но нам эти места понравились, и мы решили приобрести здесь какой-нибудь другой дом. И вот в соседней деревне приобрели дом в Погорелке. А дом как раз напротив храма. Ну, и мы что-то загорелись, вроде помочь в восстановлении. Ну, до восстановления здесь далеко, конечно. Здесь нужно много средств. Вот. Ну, хотя бы законсервировать, чтобы дальше не разрушалось. Михаил Арефьев, он уроженец этих мест. У него отец историком был. И вот он много ему рассказывал по истории этого края. Вот. И он загорелся и начал собирать материал. Ну, набрал очень обширный материал. Вот. И сейчас он собирается выпустить книгу, но вот трудности только с финансированием. Книга об истории Порецкого стана, об известных и малознакомых селах и деревнях, о разрушенных храмах будет замечательной и необходимой. Никто не хочет, чтобы дети вырастали здесь, как на необитаемых островках, не зная своих корней. А ведь прошлое хранит историю приходской жизни. К этой святыне приходили сотни православных людей. Здесь, на погосте, тысячи прихожан нашли вечный покой. История прихода хранит имена священников Павла Волкова, Серафима Конюхова и многих других пропавших в годы репрессий. И сегодня приходская жизнь рождественского храма только начинается. Священник Федор Башков, настоятель Ильинского храма соседнего Борисоглебского села Ивановское, пусть нерегулярно, но проводит богослужения. И что самое важное, предпринимает серьезные попытки сохранить храм. Сейчас задача навести дешевые, простые крыши, которые прослужили бы 10-20 лет. Вот. И ну вот в нашем понимании консервация она заключается в том, чтобы в первую очередь расчистить свод уже с утраченной кровли, зачистить его от деревьев, от мусора, от остатков конструкций, которые ну, не позволяют сделать стропильную систему новую. Затем это
устройство простой стропильной системы. Вот. И следующий этап – это мы накрываем храмы тентовым материалом. Уже не один храм как бы вот, по такой технологии консервируем. Вместе с отцом Федором сюда приезжают ребята Ивановской школы. В свободное от учебы время они помогают расчистке территории храма, школы от мусора. А поскольку путь от родного дома не близкий и приходится трудиться весь день, у ребят существует своя база. Здесь они сами готовят пищу на костре, отдыхают и, можно сказать, получают опыт туристической походной жизни. Мы в июне в лагерь вот сюда приезжали, здесь ночевали. Ну, мы вот в первый раз приехали, здесь над алтарем еще была старая ржавая крыша. Там было все заросшее деревьями. Вот мы расчищали алтарь. Там было очень много пыли, грязи, и там надо было лопатами все расчищать. Хочется как-то, чтобы здесь были храмы восстановлены, чтобы все было красиво, чтобы не было ничего такого заброшенного. Потому что кажется, как будто все об этом забыли. Здесь подорвали храм, он был, еще вот это все было, храм. Разрушился все. Здесь вот было все ветками еще. Нас спилили, и мы унесли все. А еще в храме надо восстанавливать пол. Надо было кирпичи убирать. Песок лишний. Мы забирались на алтарь, там мы скидывали землю. Это было не кожно, тут было все заросшее травой. Мне кажется, что вот Русь, она именно сильна вот в святынях своих. И вот как бы храмы вот эти вот, они лицо России. И вот мы будем стараться, ну, чтобы Россия наша процветала. И чтобы, ну, вообще вот едешь и просто как будто заброшенное какое-то место, вообще как-то на краю света. Ну, а надо делать так, чтобы все вот было красиво, чисто. Когда детям удается прикоснуться к серьезной работе, и когда им удается прикоснуться к работе в храме, то это очень серьезный фундамент на всю жизнь. Дети с радостью в этом участвуют. Вот. На несколько часов удается их включить, ну, там, по полчаса, да, включить в дело, в работу. Вот. И с этой точки зрения Погорелка – это замечательное место, красивое, добрые люди, которые нас тоже здесь принимают. Вот. Ну и сам храм, конечно. Человек, который как-то красоту чувствует, он видит ее. Вот. А для детей это тоже такая вот база, я думаю, что так формируется их понятие, представление о том, что красиво, прекрасно. Важно то, что все-таки есть, пускай немного людей, которые тоже хотели бы, те, кто сюда приезжает на дачу, те, кто здесь живет, в соседних деревнях, те, кто хотели бы, чтобы тоже это место обновилось, очистилось, осветилось. Вот, это тоже очень важная задача. Это круг тех людей, которые хотели бы, может быть, что-то начать, но сами не имеют на это решимости, потому что, чтобы войти, ну, вот этот процесс, это, я так думаю, что нужно иметь серьезную очень решимость и понимать, что, ну, результат все-таки может быть. Вот. А поскольку все время приходится прикасаться с разрухой, то у нас такая решимость, она есть. В жизни всегда есть место для добрых и светлых дел. Благодаря помощи обычных людей восстанавливаются храмы, и не нужно быть особенным, чтобы помочь возрождению былого благолепия. Именно через таких людей возвращается вера в Бога, и когда-нибудь засияют в солнечных лучах золотые купола рождественского храма, и поплывет над землей колокольный звон.